Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Ну, у меня есть паспорт уже. У меня нет. Ну, хорошо. Да, тут у меня есть загранный паспорт. Мне можно. Что у тебя? Ну, мы сидим в маке, к нам подсели два мальчика. Красивых мальчиков. И, короче, как-то немного стрёмно. Да, мы стрёмные. Если честно. Если сейчас стрёмно, то... Ты понимаешь, да? Ты кому? Это кто? Это Даня. Он сейчас стрёмно говорит. Спрячь. Он с ножом. Да я не знаю. Я не знаю. Он с ножом. Это же пиздец. Моя ножа тут оставлена. Это не смешная шутка была. Серьезно. Прости. Да, это подарок просто. Не мой. Дорогой, кстати. Лучше купить набор кухонных ножей. Цена это. Ну ладно, выбей ты, мне уже стрёмно. Я не вырублю. Задавайте вопросы, что ли? А мне не слышно. Он Захаров зашел. Это пиздец, товарищ. Ты тоже будешь? Нет. Нет. Ладно, дай пять. Я тоже быть. Мы сидели в маке, к нам хотели два взрослых дяденька знакомиться. Ты взрослый? Один с ножом. Что, топор показали? Смешно. Знаешь, на кого он похож? На Кучерука. На Егора Крида он похож. На Кучерука. Ну, разве что прическа. Не похож. Сдалека похож. Сдалека? Ну да, я там улыбался. Можно пересмотреть Милину трансляцию. Там видно, там, где мы сидим, в планшете. И они подходят, забирают планшет и все. И убегают с планшетом. А прикинь, если бы они реально убежали? Я бы потом ноги вырвала. Да ладно. Это пиздец, товарищи. А что вы шумаетесь? О, Тома совет дает хороший. Это не Тома, это Таня. Мы нормальные, что-то. Все так говорят. Говорит, мы нормальные. Дима. Дим, ты такая Дима. Не хочешь нас отсюда забрать, пожалуйста? Ну, великость. Он динамовец. Что, Динамо приедет? Прибежит. Да ладно, осталось три. Таня Зварич, Марина Румянцева, Полина Вишневская, Влад Ванат, Таня, Юра Сычев, Ивана и Захаров. И всех заинтересовала эта ситуация? Я не могу просто. Я не могу просто. Что такое? Мне же страшно самому. Что, я с тобой? Ты со мной? Мы с Милей. И же я. Что расскажете? Да, при них ничего. Да. Заканчивай трансляцию. Ладно. И едем домой, Аля. Через 10 минут.